Дорогие друзья, сегодня я вам показываю и рассказываю о историческом памятнике в городе Героя Мурманска бойцам оленно-транспортных батальонов. Этот памятник посвящается подвигу бойцов-защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны в 1941-1945 годов. Увековечена память самых скромных и отважных героев-оленеводов. Памятник называется «Северная кавалерия». Она обеспечила серьезную помощь в годы войны. Эти отряды были сформированы в ноябре 1941 года. В них служили сами немцы коми. Они доставляли продовольствие, боеприпасы, возили раненых. Благодаря им в тыл было эвакуировано более 10 тысяч человек раненых, 160 самолетов, около 17 тысяч тонн боеприпасов. Село Лавозеро предоставило на фронт 5900 оленьих упряжек. Нигде в мире не было таких батальонов. Олень на войне – это тоже боец. Рогатые снежные танки несутся туда, где бушует свинец, метель и сигналов морзянки. Чтобы оказаться в тылу врага, бесшумно, совсем незаметно, халат-маскировка, подруга-пурга, олень, что стремительнее ветра. Рогатого видно, служивого нет. На миг обманули фашиста, опомнились поздно, простил уже след. Поземка кружится со свистом. Доставить снаряды и пушку везти, могли вездеходы Олежки и ночью, и днем. Неустанно в пути, то раненых мчат, то депеши. А коль неприятель подбил самолет, спасают олени упряжки. Отважно сражались в Великой войне с врагами олени и люди. Поклонимся им, постоим в тишине. Пусть вечна память им будет. 9 декабря 2020 года установлен этот памятник «Северная кавалерия». При открытии памятника губернатора Мурманской области Андрей Чибис сказал: «Памятник открыт самым скромным, самым трудолюбимым, самым миролюбивым воинам-оленеводам. Мы не должны забывать память наших дедов и прадедов». Спасибо.